И так в 10-й раз. В 10-й раз наша команда стала чемпионом мира. И 8-й раз подряд. И хотелось бы задать, Аркадий Иванович, вам вопрос. Вот в чем вы видите, ну, причину такого постоянства, такого успеха, грандиозного успеха на мировой спортивной арене нашей команды? Ну, по-видимому, это объясняется тем, что наша команда несколько лучше, чем наши соперники. Мы нашей командой очень довольны. Ведь у многих были сомнения в отношении того, насколько целесообразен этот состав, который мы повезли. Но игры показали, что команда провела их очень хорошо, хоть играть было трудно. Этот чемпионат вообще на первенстве мира легких игр не бывает. И выиграть первенство мира всегда доставляет большой труд. Но этот чемпионат мира был очень труден. Труден, потому что наши основные соперники, такие как команда Чехословакии и Финляндии. Вы не смотрите на то, что мы у Чехословакии выиграли 5-1. Завтра с ними можно встретиться и проиграть. Эта команда очень сильная, такая же, как и команда Швеции. Мы же проиграли первый матч Швеции. Правда, там была причина не только в наших игроках. Это было на редкость необъективное судейство. У меня есть интересные фотографии, которые зафиксировали ряд голов, совершенно справедливо забитых нашими игроками, но незасчитанных. В первом кругу, во всяком случае, нам у шведов не дали выиграть, потому что если бы этот матч был выигран, то во втором круге нам достаточно было бы сыграть с одной из этих команд в ничью. Поэтому интерес к чемпионату был бы утрачен ко второму кругу. А тут строители сделали все так, как им хотелось. Но сейчас очень сильное впечатление оставляет команда Финляндии. Эта команда сейчас, не думайте, что она выросла только за один год. Они только в этом году поставили перед собой более высокие задачи, чем ставили до сих пор. Раньше их устраивало только 5-е место. Сейчас, когда они провели серию товарищеских игр, они убедились в том, что они могут играть с сильными противниками почти на равных. И вот возьмите, они не случайно выиграли у чехов, они не случайно выиграли у шведов первую игру, и они должны были выиграть вторую игру у шведов, потому что за 11 минут до конца матча они тоже вели 3-1. Они реально показали, что вполне могут претендовать, да, на третье место. Они очень близки были. Даже на второе могли претендовать. Они, во всяком случае, очень близко подошли сейчас к этим ведущим европейским командам. И выиграть у них легко нельзя. Аркадий Иванович, я понимаю, вы сейчас так сделали короткий анализ чемпионата и состояния команд на этом чемпионате. Но мне хотелось бы все-таки услышать, я думаю, что это будет интересно всем миллионам зрителей, в чем вы видите основную причину вот такого грандиозного успеха, постоянного успеха нашей команды? Ну, очевидно, что команда сильна, очевидно, что команда дружна, спаяна. Но вот на ваш взгляд, что главное? Ну, я считаю, что хоккей в нашей стране, он стал народным видом спорта. Его слишком любят, им много занимаются, что сейчас большая армия хоккеистов растет. Это не 10-15 лет тому назад, когда мы были ограничены в выборе. Сейчас у нас много хороших игроков, из которых можно уже комплектовать не одну, а несколько сборных команд. Постановка учебно-тренировочной работы в наших советских командах, она значительно выше, чем у наших соперников. Но соперники сейчас перенимают нашу методу подготовки. И поэтому нам надо все время, чтобы быть впереди, все время форсировать подготовку своих хоккеистов. А потом, самое главное, что наша команда составлена из советских людей. Люди, которые могут принести себя в жертву. Виктор Коноваленко. В матче со шведами у него перелом переносится, а он следующую игру играет у нас. И таких примеров у нас на протяжении всех этих чемпионатов сколько угодно. Любой другой хоккеист, получив такую травму, месяц бы в госпитале находился. Аркадий Иванович, игра... вы помните... Нигде нет таких людей-то, как у нас. Вот поэтому мы 10 лет подряд, 8 подряд и 10 вообще чемпионы мира. Аркадий Иванович, вы помните наше последнее интервью в прошлом году, когда я желал вам
больших успехов на следующих чемпионатах. Поздравляю вас с победой. Я хочу сделать и в этот раз. Пожелать вам больших успехов. И еще раз поздравить с большой, огромной победой. Спасибо. Спасибо. Мне бы хотелось только, чтобы, пользуясь этой передачей, передать огромный привет всем телезрителям, всем радиослушателям, всем нашим советским людям, помощь которых мы постоянно ощущали там,